Всем привет, Ford Fusion 2.7. Хотелось бы, но на самом деле 1.4. В общем, вот такое вот зеркало, видеорегистратор. Так оно показывает на то, что сзади, так что спереди, ну и так две камеры сразу. Ну, в общем, называется там что-то там Eplutus. В общем, самое простое, без андроида, без ничего. Менюшка вообще простая у него. Как бы интересно не это. Хотелось бы людям подсказать немного. Если у вас вдруг сломалась камера, и вы не знаете, где взять заднюю камеру, там повесили ее под номер, ее там сбили, то можно будет поставить от 70 Mai камеру. Ну вот это, в принципе, оригинальная камера, которая с ней шла. Я ее поставил на такую липучку. Поэкспериментировать хочу. Вот. Ну а стоит, собственно говоря, сейчас другая. Ну а сейчас у меня стоит от 70 Mai. Как оказалось, у них одинаковый штекер. Вот этот. Ну там 4 пина. Я ее просто попробовал поставить, и как бы все пошло. В общем, кому-то, если нужно будет на заметку, труднодоступные места, это уже можно крутить. Пока я ее вывел для пробы и подключил.